Всем привет! Сегодня будет обещанное видео про то, как научить собаку позировать на камеру и вообще позировать. И приурочили мы это все к показу мод дизайнера одежды Алисы Тереховой, которая летом состоится. Вот у нас юная модель пришла, красавица, ей 7 месяцев, она уже у нас нарядилась. И мы сейчас будем учиться позировать. Собака активная, очень умная, ну, в общем-то, как и все собаки, с которыми занимаются, с ней занимаются. Так что буду вас учить и собаку заодно. Значит, для начала, ваша собака должна уметь концентрироваться просто на вас, то есть на лакомство, на игрушки, на что угодно. И для того, чтобы она концентрировалась, учите команды «сидеть» и «лежать», они уже у меня есть на канале, то есть вот. Сидеть, молодец. А лежать, вот мы сейчас выучили. Лежать. Ну, наверное, выучили. Ой, молодец, какая. Умница. Ой, позирует, молодец. Вот, и стоять. Стоять тоже есть как научить. Но она еще не училась этому. Тихо. Молодец, хорошо. И стоять. Ну, рядом ходить тоже на поводочке. Просто гуляйте со своей собакой и концентрируйте ее на себе. Игрушками также, лакомствами, чем угодно. Собачка его перед занятием чуть-чуть голодная должна быть, для того, чтобы у нее был интерес, мотивация. Вот. И, значит, что мы еще должны уметь? Сидеть перед камерой красиво. Для этого, что если вы хотите красиво фотографировать вашу собаку, мы берем фотоаппарат. И концентрируем собаку на его объективе. То есть я показываю. Как только собака будет видеть объектив, она будет стараться сесть перед ним красиво. Потому что ей объектив дает вкусняшки. Молодец. Так. Молодец, хорошо. Умница. Итак, первый кадр сделан. А теперь будем показывать именно одежки. Ой. Так, чтобы собака чуть-чуть подальше сидела, мы ее отстраняем, даем ей команду, тихо, тихо сидеть, и немножко тренируем выдержку. Ну, она еще маленькая, поэтому ей простительно долго не сидеть, сидеть. Хорошо, все дольше и дольше не даем вкусняшку. Теперь с камерой. Ты-ты-ты-ты-ты, сидеть. Так, у меня камера не настроена. Девушка, вы не могли бы отойти немножечко, чуть-чуть? Вот так, сидеть, сидеть. Молодец, хорошо. Так мы фотографируем. Так, теперь нам надо стоя сфотографировать, для того, чтобы научить собаку стоять. Собака. Собака, стой. Молодец. Мы просто ее концентрируем на чем-нибудь, чтобы она стояла красивенько. Но для того, чтобы она именно вам позировала в одежке, нужно ее концентрировать именно так, чтобы было удобно вам, чтобы она стояла. Ева. Ева. Потеряли, потеряли. Вот так. Молодец. Хорошо. Также мы должны научить собаку ставить лапы на предмет. Этот ролик тоже уже есть. Но очень красиво смотрится, когда демонстрируют наряды. Да? Ну, кто-то скажет, что это не надо, но это целая индустрия, это настолько интересно. Учим ставить, о, молодец, и хвалим. Молодец. Видите, она встала, уже интересно. А если она еще сядет, 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 она не сядет. Садись, садись, попочка, садись. Сидеть, сидеть. Нет, скажи, я стою, как я буду сидеть-то? Сидеть. Вот так, молодец. И ставит, видите, она лапки ставит. Сейчас я покажу, как это в кадре выглядит красиво. Поставь лапочки, давай. Давай, молодец. А теперь сидеть. Сидеть. Молодец. А если мы еще повернем головку в кадр? Красивый кадр получается. Ай, молодец. Теперь на камере. Ева? Ева. Умница. Это уже прирожденная модель. То есть, если у собаки есть мотивация, она вам все что угодно покажет. Хочу сказать, что она не занималась
модельным бизнесом. Ну, может быть, мамочка с ней занималась. Молодец. Ты очень красивая. Ева, ты молодец. Ты умница. Так, что еще нужно? Вы постоянно спрашиваете, как научить собаку носить одежки, потому что, когда их одевают, они почему-то как неваляшки. Им не нравится носить одежду, они крайне этим недовольны. Для того, чтобы научить, вы просто одеваете собаку и хвалите. И какая ты красавица, да? Да. Не спрашивайте меня, на что я дрессирую сегодня собаку, потому что обычно я на это не дрессирую, это корм этой собаки. И кроме корма хозяева ничего не дают. Никаких лакомств, вкусняшек лишних, она ест только корм. Поэтому мы дрессируем на корм. Можно на корм. Я дрессирую обычно своих собак на вареную индейку. Поскольку мы на натуралке, но и некоторые собаки... Она уже нашла. Зачем мне твои руки, когда тут целый кладезь всего, да? Итак, сейчас я покажу, как я буду ее фотографировать и как она будет позировать после того, как мы позанимались. То есть каждый раз, как она видит камеру, камера, вкусняшка, камера, вкусняшка. То есть, ну, постарайтесь, чтобы кусочки прям мизерные были, чтобы собака не объедалась. Таким образом, когда собака будет видеть камеру, она будет перед ней прям вот вся из себя именно в кадр смотреть, и будет очень красиво это все выглядеть. Значит, смотрите, три основных позы для съемки. Я еще в журналах и везде, когда показывают собаке одежду, они стоят именно так. Сейчас я их буду снимать. Значит, первое. Это сидя. Сидеть. Нет, сидеть. Да уж тебе прям сразу надо, ишь какая. Красиво лапки поставь. Красиво поставь. Да, хорошо. Сидеть. Камера. Молодец. Хорошо. Шикарно. Теперь... Второе – это стоя. Команду стоять чуть подольше придется учить, потому что сидеть собаке проще, чем ровненько стоять. Но мы постараемся. Так, красивенько. Вставай, вставай. Стоять. Давай. Молодец. Давай. Ну что такое, скажи? Ну никак не стоится нам. Так, хорошо, не заставляем. Первое занятие у ребенка в таком случае. Еще один вариант – спиночкой повернуть собаку. Команда сидеть, со спины сидеть. Сидеть. Так. Чтобы видно было одежку. И собачка поворачивается. Спиночка сидит и поворачивается. Молодец. Но она будет смотреть именно в камеру. Так. Не бойся, мне надо, чтобы ты спинкой сидела, зайка. Спинкой. Ай. Смотри, не успела. Реакция-то где твоя? Тик-тик-тик-тик. Ой, сидеть. Нет, вот. Короче, приучать к себе спиной надо команду. Сидеть себе спиной. Садись. Сидеть. Вот так. Чтобы показать красивый наряд, нам необходимо, чтобы она обернулась. Шикарно, молодец, хорошо, да ты прирожденная модель. Так, ну и лежа, мы команду лежать выучили, лежать, ну как выучили, наверное выучили. Ну давай, ну, молодец, так, лежи. Ну вообще, ну красавица, ну вообще молодец. Ай, ты умница. Чудесно. Ну и команду стоять тоже надо бы отработать. Ну-ка. Молодец, давай. Ой, умница. Ну это нужно на это время, конечно, чтобы собака стояла. Все, молодцы. Значит, и еще... Значит, по поводу показа. Когда они будут на показе, естественно, им надо будет ходить красиво на поводочке. Сейчас мы покажем, как этому научиться.
Итак, помимо того, что она должна, как, ну, собака, как модель, должна сидеть, лежать, стоять, она еще должна уметь красиво показывать наряд, то есть ходить. Ну вот, мы учимся, мы еще не ходили на такой штуке. Это просто толстая ринговка, другую я сейчас не нашла. Иди ко мне, иди сюда. Не надо тянуть, заставлять, пусть она сама идет. Просто за лакомством. Ну что, давай красиво, красиво ходить. Давай красиво ходи сюда. Иди, иди, давай. Ну? Давай, 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 молодец, молодец, хорошо. Не бойся, иди. Иди, иди, иди. На улице, конечно, проще было бы ее научить, но мы не на улице. Давай, вставай. Пойдем, пойдем. Пойдем. Ну, нужно терпение и время, чтобы собака научилась. Иди, киса, давай. Ну, ой, какие мы робкие. Ой, какие мы робкие. Давай скорей. В общем-то, потихонечку мотивируем собаку, чтобы она вставала и шла сама. Не заставляем ее. Молодец. Не заставляем. Ни в коем случае не принуждаем собаку, потому что если вы будете это делать, она будет ненавидеть поводок, будет тянуть или наоборот сядет, не пойдет никуда. Проще научить на улице, поэтому у нас сейчас просто видео информационное. Молодец! Хорошо! Побегайте, поиграйте с собакой, чтобы она разыгралась, чтобы красиво шла. Давай, иди скорей, иди, иди, ну, иди скорей. Первое, это чтобы она пошла просто на этой веревке, да, ну, на ринговке, на веревке. Это первое, что нужно сделать. А потом уже... Ну, иди скорее сюда, иди, иди. Чтобы пошла. Если, когда она уже пошла, тогда уже учим ходить ее рядом с вами на ней. Иди, иди ко мне. На, на, иди ко мне. Иди сюда. Не торопимся, учим постепенно. Иди скорее. Кто-то скребется. Кто-то скребется. Иди скорее. Ну, давай. Ну, молодец. Ну, умница. Давай, 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 давай. Не заставляем насильно. Она должна сделать шаги сама. Ай, красавица, молодец. Поощряем каждый раз, как она идет. Молодец. Давай, давай. Ну, давай. Ну, давай. Молодец. Хорошо. Ну, все, ты почти модель уже. Совсем чуть-чуть осталось. Посмотри, как красиво ты стоишь. Иди ко мне. Иди ко мне. Давай. Иди. Иди. Молодец. Хорошо. Умница. Уже прогресс. Мы уже не боимся на веревочке передвигаться. Не тянем. Не заставляем. Просто хвалим все время собаку. Единственное, что мы не даем делать, это грызть веревку. Да? Да. Ты молодец. Ты молодец, ты на показе будешь самая ученая. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши там все группы. Я там ссылки в комментариях оставлю. Да? Что, Ева, скажи всем пока.